Здравствуйте! 8 июня отмечается очень важный экологический праздник Всемирный день океана. Поэтому предлагаю вам посмотреть мастер-класс и послушать книгу Томми Унгерера «Эмиль Добрый осьминог». Однажды знаменитый капитан Самофар исследовал дно океана. Вдруг на него напала свирепая акула, но подоспел добрый осьминог Эмиль и бросил в зубастую пасть огромный камень. Эмиль вытащил капитана на поверхность. Очнувшись, благодарный водолаз пожал своему спасителю ногу, одну из осьминог, и пригласил осьминога к себе жить. Капитан приготовил для Эмиля постель, ванную с соленой водой. Осьминог оказался одаренным музыкантом. Его концерты имели шумный успех. Но Эмиль скучал по океану и взялся работать спасателем. Он учил детишек плавать и смотрел, не тонет ли кто. Когда люди заплывали слишком далеко, он их спасал, иногда четверых сразу. На пляже Эмиль был всеобщим любимцем. Все обожали наблюдать за его превращениями. Вот он кресло, а теперь сани. Смотрите, автомобиль. Глядите, единорог, а сейчас бык. Нет, он птичка. Наш Эмиль слон. По выходным Эмиль плавал рядом с полицейским патрульным катером, которым командовал капитан Самофар. Однажды они остановили подозрительную лодку. Эмиль заметил, что к днищу лодки привязана сеть, а в ней какие-то ящики. Контрабанда. Осьминог доложил патрульным, и они спрыгнули в лодку контрабандистов. А преступники, опасаясь ареста, перебрались на опустевший патрульный катер. Выстрелив напоследок в полицейских, бандиты умчались прочь. Эмиль устремился в погоню, догнал, намотал водорослей на винт, и мотор заглох. Потом Эмиль отобрал у преступников пулемет. Когда патрульная служба получила новый корабль, его назвали Эмиль в честь восьминогого героя. Но Эмиль все-таки очень тосковал по своей прежней жизни и решил вернуться в море. Прощальный пир удался на славу, осьминог получил много подарков. Капитан Самофар часто навещает своего спасителя. Он надевает водолазный костюм и опускается на дно океана. Настоящей дружбе никакая глубина не помеха. А теперь я предлагаю вам сделать Эмиля. Для этого нам понадобятся зеленые нитки, клей, вата, ножницы, и я заранее заготовила глазки и ротик. Глазки можно взять и готовые. Нам необходимо сделать 48 ниток одинаковой длины. Вот у нас получилось 48 одинаковых отрезков.
Теперь нам надо найти серединку. И ее мы отмечаем, завязываем веревочкой. Крепко-крепко затягиваем. Вот так у нас получилось. Теперь мы берем вату. Делаем из нее круглые и вставляем под ниточки, распределяя все ниточки по вате, чтобы не было видно ваты. Вот мы ватный наш комочек закрыли ниточками, все спрятали, и теперь нам надо внизу завязать. Завязываем крепко. Узелок. Вот у нас получилась теперь голова нашего Эмиля. Теперь мы из наших ниточек будем плести косички. Мы берем, у нас в косичке будет косички 3 пряди, и в каждой пряди по 4 ниточки. Мы отделяем и плетем косичку. Вот у нас получилась одна косичка. Теперь из всех ниточек нам надо дальше продолжить плести. И должно получиться 8 таких косичек. Вот у нас получилось 8 щупалец осьминога нашего Эмиля. И теперь мы сделаем ему глазки и ротик. Заготовленные глазки мы мажем клеем и приклеиваем к нашему осьминогу. Вот такой у нас будет загадочный Эмиль. Теперь мы ротик берем, точно так же приклеиваем. Вот такой у нас с вами получился герой нашего рассказа, добрый осьминог Эмиль.